«Дезертир» и сайт videogameplay.ru представляют. Оу-оу-оу-оу-оу! Негра ранили. Ночь 22 апреля. Так что же нам надо сделать? Наверное, нам надо попросить песика. Надеяться, что его никто не застрелит. Иди сюда, мой хороший. Так, молодец. Так. Надо попасть. Отлично. Убежал-то. Бежим, 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 пока он не появился. Ох, успели. Так, ложкой прорываем себе путь. Люсик, иди сюда. Прячься и не выдавай себя. Так, ребята что-то яростно пытаются подтащить. Песик, ты что там взял? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну да, на песика никто не обращает внимания, это хорошо. Мы тем временем бежим. Ну как бежим? Мы не бежим, конечно, мы еле-еле тащимся. Это нам не мешает, честно говоря. Потому что у нас все с вами, ребята, получается просто отлично. По крайней мере, пока что. Бери. Песик, молодец. Черт, это было опасно. Черт, мне кажется, что я не успел бы. Вот интересно, сейчас мне придется ждать. Пёса. Давайте на всякий случай подождем. Что-то там песику не нравится. Интересно, что. Ну, давайте, сваривайте, ребят. Отлично, кусачки сломались. Ну, в принципе, нам не особо много толку от них. Прокапываемся и получаем чайник. Так, давайте немножко исторических фактов. Фляга пехотинца. Вода на фронте часто оказывалась в дефиците, поэтому чувство жажды было очень хорошо знакомо солдатам. Обычно бойцы перевозили запасы воды в бочках, однако некоторые использовали небольшие личные фляги или бурдюки. Перископ. Для того, чтобы наблюдать за вражескими траншеями, не привлекая к себе огня противника, солдаты и офицеры использовали перископы, специальные трубки с зеркалами внутри. Их можно было спокойно высовывать из-за бруствера, не опасаясь за свою жизнь. Логично. Далее. Ну, прочитаю еще две и пойду. Или одну. Траншеи, условия в которых находились солдаты и воюющих сторон, сильно различались. Немцы, приступившие к подготовке траншей намного раньше своих противников, успели укрепить позиции металлом и бетоном, тогда как бойцам союзных войск приходилось буквально тонуть в грязи. Возможно, еще одной причиной их бедствий был режим, при котором англо-французские части каждые 7 дней переводились на новые позиции, сменяя друг друга. Несмотря на другой режим службы, у русских солдат ситуация была в целом похожа. В то время как германские части не сменялись и могли спокойно обживаться в своих окопах. Лабиринт. Германским войскам удалось быстро возвести два укрепрайона у Вимми и Невильсен-Васта. Именно здесь был построен лабиринт, схожая сеть траншеи и туннелей, соединенных с отдельными помещениями для отдыха,
Армия Антанты неоднократно пыталась захватить этот стратегически важный район, но так и не добились успеха в связи с огромным числом потерь, понесенных при штурме этих позиций в конце 1915 года, они были объявлены неприступными. Вот так вот. Ну что ж, давайте выбираться. Остальное почитаем потом. О-о-о-о. Тихо-тихо-тихо. Чё-то я чуть не выскочил. Ну давай. Уходи, здесь нет ничего интересного. Отлично. Слушайте, как он быстро возвращается прям. Он, видимо, находится вон там, на доме, да? Да, походу, именно там. Так, песик, мне нужна твоя помощь. Это просто собака. Смотри на нее. Правильно, такой немец. Так, здесь ничего нет, ничего нет. Пойдем дальше, песик. Так, надо помочь другу. Так, песик, внутрь. Идем. Опа-на, это динамит. А у меня тут тоже что-то полезное только сверху. Иди сюда, пес. Пес. Давай внутрь. Да, никого не смущает собака с динамитом, это хорошо. Просто великолепно. Так, а я... Да, я его кидать могу, слушайте. Давайте попробуем кинуть его вот в то непонятное что-то. Да, вот сюда. Ну... А, окей, все было намного проще. Все почему? Потому что я привык кидать по что-либо. Так, раз. Закинем, чтобы не переносить сразу две. А что вот здесь вторая. Закинем вторую, я думаю. Вот так вот, да, отлично. Теперь можем спокойно подсоединить уже переключатель. Готово. И побежали. Надеюсь, что нас, естественно, никто не заметит. Этого бы, конечно, очень не хотелось. Чуть-чуть не спалился. Все, залезай, ничего здесь интересного. Молодец. Быстрей! Пёса, бегом. Отлично. Я думаю, что этот дым защитит нас. Кстати, сзади немцы даже не отреагировали никак, хотя мы здесь использовали целую шашку динамита. Так. Флакон с лекарством для поднятия боевого духа солдат и улучшения их физического состояния. Армейские врачи часто вкалывали им смесь магнезии и калия, дававшую измотанным бойцам хороший заряд бодрости. Так, а что у нас здесь есть еще? Так, какого фига я переключаюсь не туда? Так, лабиринт. Мемориал марокканской дивизии. А в марокканской дивизии, сражавшейся под девизом «Без жалости и страха», служили бойцы из африканских колоний, Франции и иностранного легиона. Среди них были марокканские зуавы, а также пехотинцы из Алжира и Туниса. В 1915 году дивизия сумела захватить хребет Вими, но, не получив подкрепления из штаба батальона, спустя два дня вынуждена была отступить. Марокканская дивизия единственная из всех была удостоена чести украсить свои знамена орденом почетного легиона. Корабельные орудия, которые на самом деле часто использовались на суше, позволяли обстреливать противника крупнокалиберными снарядами, масса которых доходила до 380 килограммов. В связи с огромным весом этих пушек, их часто монтировали на рельсах, по которым затем перемещали к орудийным платформам, по имевшимся инструкциям. В случае отступления артиллеристы должны были уничтожить такие орудия, чтобы не дать врагу завладеть ими. Логично. Не дай бог еще в спину такими выстрелят. Это было бы совсем неприятно. Ладно, посмотрим, что у нас здесь есть. Так, ну песику не страшно, а вот нас могут и наказать. Так, она едет, я надеюсь. Да, она едет. Пробираемся аккуратненько за ней. Тихо, полегоньку. Пёса пробрался, а мы будем в капоте себе.
тебя поаккуратней. Сказал я и умер. Он вроде как отвернулся. Вдруг раз и... Нет, пёса. Пёса с нами нету. Блин, без пёсика здесь будет сложно, на самом деле, скажу я вам, ребята. Так, здесь нам нужно взять вот эту фигню. Это письмо кому-то какое-то. И прокопаться сюда. Тут определенно надо. Потому что здесь лежит бутылка, непонятно, правда, зачем она нам нужна. Но раз нам ее дают, значит, наверное, она нам пригодится. Так, отвлекаем этого придурка. И добиваем. Отлично. Так. Здесь надо быть поаккуратнее, на самом деле, потому что здесь полно патронов. И лучше, наверное, ничего не трогать. Так, а нам дали что это? Сардины, наверное. Я так предположу, что это, скорее всего, сардины. И опускаем пёсика вниз. Отлично. Пёса, пойдем. Ты отвлечешь для меня вот того солдата. Молодец. Вот, какого? Какого фига? Не отвлекается. Серьезно? Нет, правда, да? Все нельзя убить, окей. Ну ладно. Песик. Забей на этого придурка. Он тоже штуку мне забери. И ключики. Отлично. Давай ключи. Молодец, хороший песик. Открываем дверь. Заходим внутрь. Что же мы имеем? Мы имеем вход. Окей. Давайте посмотрим, что внутри. Что это делает штука? Она вертит вентиль. А что нам с ним надо делать? Ага. Так, раз, два, три. Нам надо еще три проехать. Раз, два и три. А, она последняя. Ну, так даже проще. Давайте мы тянем рычажок. Она ее поднимает. Пёса, не волнуйся. Так, все хорошо будет. Так. Мне будет нужна твоя помощь, пёсик. Ты мне должен будешь помочь. Давай-ка ты нажмешь на рычажок вот на тот. Мне это очень сильно поможет. Молодец, хороший пес. Ты справился. Лучше некуда. Так. Поставить эту фигню вот сюда. И крутим. Отлично. На геймпаде такое удобное управление, что просто классно. Так, там сзади куча фашистов. Ладно, просто заберемся вверх. И к такому удачному событию прочитаем далее исторические факты, которые у нас добавились. Письмо германского солдата. Дорогая моя Инге, мы сидим в этой дыре еще с января. Я уже не могу все это выносить. Я эту... Дорогая моя Инге, мы сидим в этой дыре еще с января. Я уже не могу все это выносить. Сколько можно ютиться тут, подобно крысам? Я очень скучаю по былым денькам, по нашим с тобой прогулкам под липами. Даже на свою фабрику я сейчас с удовольствием бы вернулся. Очень тебя люблю, твой Дитер. Банка сардин. О, я угадал. Солдаты регулярно получали стандартное армейское питание, но посылки с продуктами из дома всегда содержали что-то особенно вкусное. Рыба и паштет, расфасованные в жестяные банки, делали рацион бойцов более разнообразным и питательным. Британские монеты. Несмотря на бушующую вокруг войну, жизнь на фронте текла своим чередом. Военная экономика базировалась как на
обмене, так и на деньгах. Солдаты часто приобретали провизию в городах, расплачиваясь средствами из своего жалования. В 1914 году рядовые британские пехотного полка получал в день один шиллинг, который называли королевским. Ежедневно отчислялись 6 пенсов на жену и по одному пенсу на ребенка солдата. Сейчас стоимость одного шиллинга составляет около 3,21 футов стерлингов. $5.42 5,42 США. 5,42 США, 5 долларов и 42 цента США. Так, он нам не даст туда пройти определенно, но нам нужна аптечка. Оу. А ну-ка! Барон фон Дорф снова ускользнул, но Эмилю удалось добыть Фредди лекарство. Вскоре они опять тронулись в путь.